Добрый день всем. Привет с Харькова. Немножечко пройдемся по нашей любимой зоне отдыха. Посмотрим, как тут у нас сегодня. Сколько людей. Сколько деток. Собачки. Вот с ушейником. С ушейником, да. Вроде бы нам сказали, что должны собачки быть с ошейниками. Часы наши ремонтируют, сняли, наверное, отремонтировать. Они с начала войны были укрыты, потом их раскрыли, и они, наверное, не знаю, ходили, и шли или не шли, но, по крайней мере, время они показывали. Показывали непонятно что. Это я Валя говорю, возьми собачку, Юля. Ага, она говорит, слышу. Ну, там страшно, ну, питбуль. Угу. Слышь, говорит, выйти, она боится с ним, не дай бог, что-нибудь у него в голове. Да, она может и на людей, там, я знаю, на детей, ну, кто-то да, бежит, это... а нет, что-то ж непонятно, какая собака, да. Да, она говорит, там... Тут наша кошечка, и то непонятно, что у нее в голове. Выборки, да. Добрая, добрая, хорошая, хорошая, как схватит. Любя. До крови. Вот. Девочки играют. Ну, в основном, конечно, мальчики. Думала, ты не Серега, а не Серега, Саша сейчас. Ага. Надо успеть тяпку наточить, пока Саша приедет. Ага. И здесь были прилеты, ну, давно. Ну, да. Ну, мы с Дашей тут пару раз играли. Играли. Приезжали. Но она тогда уже чуть старше стала. Уже было неинтересно, да? Не, ну уже у нее эти как бы. Когда была помечена, тогда она инициативная была. А-а-а. Поехали, деда, поехали там туда-сюда. Потом уже типа. Повзрослела. Взрослела, ага, взрослее. Пойдем прямо или? А, хочешь, давай сделаем круг чуть побольше. На 200 метров. На 200 метров больше, да. Угу. Так, это досточки для велосипедов. Я долго не могла понять, для чего. Одно колесо вставляется. И он хорошо стоит. И оказывается, хорошо стоит, да. А я думаю, ну как оно будет держаться? Одним колесом держится. Вот, одуванчики отцвели, смотри, бело все, да? Угу. Белые шапочки. Все так быстро, резко отцвело, зацвело, отцвело. Засеется на следующий год. Да. Но они еще будут периодически какие-то цвести. Да. Целое лето, но основная масса, конечно, о, смотри, под, да, в тенечке получается, в тенечке еще, они, ага. Еще желтенькие, да. А на солнышке отцвели. Вот. Молоденькие деревья посаженные, мы так и не поняли, что это яблонька, да? Угу. Наверное, декоративно, листики как у яблоньки. Было много посажено, конечно, много пропало, но что-то осталось. Старые деревья стараются, если они сухие, убрать, но на их место садятся новенькие, молоденькие деревца. Thank you.
Чисто птички поют и генераторы работают, потому что света нет в домах. Мы сейчас немножко погуляем и пойдем домой. Всем удачи, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока-пока!